Абрикосы на сливах. Можно, в общем, без фотографий просто сказать, что абрикосы на сливах позволят их выращивать. А все, а дальше продолжаем. Не так просто. Помните, я сказал, неполная биологическая совместимость. Итак, Дмитрий, кстати, нынче выпали абрикосы, привитые на сливы, венгерка местная. Получается, на третий год отторжение мгновенное. Вот так вот. 2 года жили, на третий это. Кстати, вот это вот волшебник, художник-волшебник, это наш друг Чернобаев. Помните, я это самое, пока он недоступен, неделя прошла, он недоступен, я хотел тоже задать ему вопрос. Вот. Ну, теперь я уже понимаю так. Через каких-то 50 дней уже плодоношение абрикосов, там уже в саду поговорим, чем на пальцах. Так вот, вот эти сливы у него выросли на сливах, привитых на абрикос бай, на культурный. У него климат потеплее, не замерзает, вот, ниже 30 редко бывает, вот таким образом. А Дмитрий из Оскаровой потерял сливы. Вот, я еще раз хочу вот эту вещь подчеркнуть. Вот смотрите, эта фотография мне прислал мой брат. Я почти случайно думаю, а привито это, опять же, на сливы абрикос. Вот тут абрикос, мой брат, Железов Юрий, которого вы прекрасно знаете. Вот, вот один фотография, вот вторая, и опять на сливы. А что будет дальше? Вот они тоже, допустим, 3 года, допустим, а потому что тоже как у вас выпадет. Вот. А брату 72, я не могу его попросить эту работу сделать. Вот. Каждый год обращаюсь ко всем. Абрикосы на сливах, выход при близких подпольщих водах. Что я имею в виду, друзья? Я имею в виду, что должны где-то... Помните, Питер на болоте якобы посажен, это, построен. И действительно, большинство людей жалуются вот так же на этих болотах чертов. Ну, вспомнили там, что после дождей вода аж стоит вместо сада озера. И что получается? Вот эта работа, ее должны делать ученые. Вот, допустим, я не поверил человеку, который сказал, да все, проблема с абрикосами решена. Вот. Это получается, что... Ну, случайно он пришпилил фотографию из интернета, вот, которая 100 или 200 этих использует, особенно иностранные сайты, каналы, да? Вот. Ну, случайно, вот, некогда ему было с фотографией сделать с промышленного сада, а тот промышленный сад может дать черенки до выращивания 1000 саженцев. Я ничего не напутал. Вот. Это надо иметь огромный сад. И вот имея такой огромный сад, да, что дальше это самое? Да. Ну, кругом вода близко. Недоверие есть. Тогда что получается? Если все-таки там вот питомник вот выращивает, там районированные, если все это неправда, я это не говорю, что это правда. Я не говорю, что это неправда. Я выразил сомнение. Потому что нет доказательств, кроме этих слов, пронированных. И тогда остается все-таки, когда-то в Ленинграде институт соответствующий закрыли, просто закрыли, мне кажется, потому что толку от него особого не было. Вот. И где-то там именно официальная наука должна поколение за поколением расти, перенося. Пусть у меня это было так, на маджурцах культурные, скажем, поколением совместимость лучше, урожай лучше, плоды увеличивались, помните, да, до невероятных размеров. Но здесь, ну, у меня давать там 8-10 метров. Вот, я, можно сказать, благоденствую. А что делать в прибалтийских странах и областях?
Помните, в Эстонии посадили сад 20 тысяч абрикос, все мертвые. Так вот, чтобы этого не было, нужно все-таки на сливах. Если уже мой брат взял, привил, они пошли, видите? Абрикос на сливах. Тогда что получается? Получается, с первого поколения на второе. Вот теперь будут эти веточки взять и привить снова на сливы. На сливы непростые. Помните, по железу родственники. Вот подвой. И надо еще получить тысячи косточек с одних и тех же деревьев сливовых. И прививать, прививать, и скажем, поколение, и через 3-4 поколения будут устойчивы. Это называется сближение, это называется насыщение ментором. Вот. Безвидовые прививки – это насыщение ментором, это чистая Мичурина. Спасибо ему. Вот. Возрождать надо Мичурина, возрождать в его науку, возрождать веру в его правоту. И тогда у нас появятся абрикосовые сады уже на новых миллионах площадях, на новых миллионах гектаров разных. Вот. Здесь на сливах, на терне, на луче. Пожалуйста. Главное добиться сразу успеха. Ну что, брат, абсолютный новичок. Они вроде правы были. Кто-то там какой-то железо взял и заступился за дерево, что нельзя это. Вот такие ветки отрезать у молодого дерева. Вот. Заступился, получил по морде, извините, такое образное выражение. Получил по морде от выпускницы Тимирязевки, да, и на этом все заглохло. Вот. А вот, а сам себе тихонечко копается в саду, и вот результат. Но это все должно быть в науке. Тогда вот этого я понял, к чему я клоню. Нынче выпали абрикосы, привиты на сливы. 3 года коту под хвост. Так ведь? Вот это хотел сказать.